Поставь новую кассету. Итак, Ричард, вот как мы поступим. Нам нужен образец голоса. Произнеси следующее в телефон. В парке столетия Олимпиады бомба. У вас 30 минут. Ричард, ты теперь национальный герой. Спасибо, сэр. Но я просто делал свою работу. Уходите от башни, быстрее! Всегда подозреваешь парня, который нашел бомбу, как и человека, который нашел труп. Джуэл соответствует профилю террориста-одиночки. Белый мужчина, неудачник, пытался стать полицейским и мечтал быть героем. В печать. Ты подозреваемый. Ты не говоришь, я говорю. Повтори. Я не говорю. Есть один способ очистить твое имя. Ты должен сказать, в парке столетия Олимпиады бомба. У вас 30 минут. Не пытайся всем понравиться. Меня учили уважать власть. Власть хочет тебя уничтожить. В парке столетия Олимпиады бомба. У вас 30 минут. Что, простите? Его обвиняют две самые влиятельные силы. Правительство США и СМИ. Я правда хочу помочь. Я и сам сотрудник правоохранительных органов. В парке столетия Олимпиады бомба. У вас 30 минут. Так это был он? Ричард Джуэлл невинный человек. Он герой. В парке столетия Олимпиады бомба. У вас 30 минут. Еще раз, только погромче. Я сообщаю факты. Ты сломала человеку жизнь. В парке столетия Олимпиады бомба. У вас 30 минут. Давай два раза подряд. Мой сын спас жизни людей. В парке столетия Олимпиады бомба. У вас 30 минут. Ты подложил эту бомбу! В парке столетия Олимпиады бомба. У вас 30 минут. Я не знаю, как тебя защитить. Я уверен, твой клиент виновен. Они свалят всю вину на тебя. Ты готов дать им отпор?